У нас есть песня, которая рассказывает про человека, который постепенно стал отказываться от своих мечт, амбиций и стал жить обычной жизнью. Ой, извините, у нас палка расстроилась. У нас бас потек. Бас потек. Мне кажется, что это все из-за зрителей. Определенно из-за зрителей, да? Не-не-не, не из-за таких типов точно, не, сорян. Не, ребят, вы не виновны в том, что у нас бас потек. Точно не виновны. Да, чтобы бас потек, нужно немножко больше. На самом деле, это все из-за меня, но будем честны. Ну что поделать. Ну что, наш бас вернулся в свою форму, на свое законное место, и мы продолжаем. Песня называется «Музей». Открылся музей в честь меня. Там нет посетителей, сотни гитар и скотч, и немного огня. Да, огня по жизни меня согревал его жар. Устроился я на работу, музей сам себе за аренду не платит. А если занять подработкой субботу, то даже на отдых на Турцию хватит. Отношения в горку, в музее совсем уж закончилось место. Пора бы устроить большую уборку. Уборка окончена. Нашим трудом нет больше музея, остался лишь дом.